Приветствую вас, господа. Сегодня я хочу сделать коротенький обзор нашего плана в проекте God Backup, как нам платят. У нас есть комиссионные, которые платят нам каждую неделю, и есть комиссионные, которые нам будут платить раз в месяц. 25% вы получаете за прямые продажи, 25% matching бонусы и 25% бинарные комиссионные. У нас есть еще четвертый комиссионный, я вам о нем расскажу чуть-чуть попозже. Наша регистрация происходит, это как называется, power line. Всех людей, например, ну, допустим, я буду говорить про себя, потому что вы все находитесь подо мной. Всех людей, которых я буду приглашать, они будут попадать под вас. Я приведу такой пример. В Америке это называется fear of loss, страх потерять. И благодаря этому страху потерять, люди начинают регистрироваться и проплачивать. Что это значит? Раз в неделю, по среду, это 24:00 по времени Нью-Йорка, это если говорить по Москве, то это уже в четверг в 7 утра по Москве. Но раз в неделю все люди, которые проплатили, появятся, и которые не проплатили, появятся в вашей структуре. Например, если вы подписали человека в четверг, в пятницу, в субботу, воскресенье, понедельник, вторник, но по какой-то причине они еще не проплатили. И вдруг, или даже в ту самую самый вторник или среду утром, приходит человек и проплачивает сразу же. То как только происходит этот цикл, после среды, то все люди, которые не проплатили, попадают под того человека, который проплатил. Ну, может быть, для некоторых нужно дольше думать и решать, стоит ли им зайти в этот бизнес или нет, они, может быть, пытаются его изучить и так далее и тому подобное. Но те все люди, которые не проплатили, даже если они зашли раньше, они сразу же после среды попадают под того человека, который уже проплатил. И получается такая вещь. Например, кто-то проплатил, но до него пришло несколько человек, которых вы привели, они еще не проплатили, и вы можете этим людям позвонить и сказать: Сереж, у меня пришел Антон сегодня и Лариса, и они уже проплатили. И если ты активируешь свой аккаунт сегодня, они все будут под тобой. Но помните, это до среды 24:00 по времени Нью-Йорка. Вот это называется страх потерять, потому что люди, когда видят, что под ними уже есть проплаченные дистрибьюторы, и они их могут потерять, если они не проплатят, они начинают проплачивать. Это одна из тех вещей, которые мне очень-очень нравятся. Первый месяц, господа, в первый месяц мы все получаем 200% комиссионной от тех людей, которых мы привели сами лично. Комиссионные считаются от этих $9.97 в месяц. Я буду говорить $10. Я округляю до $10. Поэтому, как только человек подписывается в бизнес, и который проплатил свой автошип $10, вы получаете 200%, но только первый месяц. То есть вы получаете $20. Там даже получается чуть-чуть больше. От каждого человека, которого вы привели сами, и эти комиссионные у вас сразу же появляются в вашем кабинете, но проплачивают их раз в неделю. Следующие комиссионные, это вы получаете 25% прямой комиссии и 25% matching бонус. Что это значит? Всех людей, которых вы привели сами лично, не в зависимости, где они попадут у вас в бинаре, в одной ноге, в двух ногах, не имеет никакого значения. Следующий месяц со следующего месяца, если они проплачивают свой автошип, вы будете получать 25%, то есть где-то 2,50 с каждого человека, которых вы привели сами лично. 25% matching бонус, это вы будете получать
Matching бонус от каждого дистрибьютора, которого вы привели сами лично. Сами лично. Вы будете получать 25% от того, сколько он заработал в бинаре. Это классный вид оплаты. Что значит неограниченная ширина? Вы можете приглашать людей сколько угодно. Это получается, они попадают в ваш бинар, но в принципе это получается ваша фронтлайн, ваша первая линия, людей, которых вы привели сами лично, и естественно они будут у вас в бинаре под вами. И вы получаете, как я уже сказал, 25% от каждого человека, которого вы привели сами лично, не в зависимости, где они находятся. Они могут находиться все в одной ноге. Это не имеет никакого значения. Вы от них, от всех будете получать 25% каждый день. В смысле, я извиняюсь, каждый раз в месяц. Matching бонус. Ну, здесь цена 1500. Они считают, что средняя заработка от бинара, средняя заработка, ну, естественно, от людей, которые работают, то 1500 в месяц. Ну, давайте будем считать $1000 в месяц. Вот представьте себе, вы привели 10 человек, которых вы привели сами лично. И каждый из них зарабатывает $1000 в месяц только благодаря бинару. Это вы получаете $250 с каждого. Вот, пожалуйста, вы уже заработали 2500 только от бинара. Система обалденная. И последний вид оплаты, или как мы называем, часть вторая, хотя это, в принципе, четвертый вид оплаты, это, естественно, бинар. И для того, чтобы быть квалифицированным для бинара, требуется единственная вещь – проплачивать свой аутошип каждый месяц. То есть $9.97, или, как я округляю, $10 платить каждый месяц. Значит, господа, здесь есть такое помещение, или как это называется, резервуар для вашего размещения, то есть holding bank. Что это такое? Это еще один плюс, благодаря которому у вас полная стопроцентная гарантия, стопроцентный контроль над своими туда, куда вы выставляете людей. Так что вы поняли меня, что благодаря этому резервуару, я объясню, что это такое, у вас полный контроль, куда вы можете или хотите поставить своих людей, которых вы подписали сами лично. Это происходит раз в неделю. То есть в среду 24:00 по времени Нью-Йорка всех людей, которых вы подписали сами лично, попадают в ваш этот резервуар или резервуар для вашего размещения, если это можно назвать правильно так. Банк, holding bank по-английски. И вам дается 35 часов разместить их. Поэтому эту систему, которую придумала компания, очень классно. Вам дается 35 часов. Если в течение 35 часов вы не размещаете своих людей, которые уже проплатили, то компания автоматически сама их ставит под вас. Вы сможете в течение этих 35 часов, когда у вас появится holding bank в системе, он появится только тогда, когда вы приведете людей, вы должны подписать человека, который проплатит, и после среды попадает, у вас появится этот резервуар. Вы сможете туда зайти и поставить этих людей так, как вы хотите. Налево, направо, друг кого, как угодно. У вас полный контроль. Вы сможете, потому что здесь есть еще такой сайкл. Для того, чтобы вам заплатили в бинаре, вы должны заплатить. 4 человека должно быть у вас в левой ноге, в одной ноге, и 2 человека в другой. И с этих 2 человек вы получаете 25% с каждого. И это не имеет значения, вы их подписали или нет. Поэтому благодаря этому резервуару вы можете контролировать, если у вас уже есть 4 человека в одной ноге, вы поставите 2 в другую. Полный контроль. Все, большое спасибо, господа, и до следующего раза.